Почта России модернизируется, сервис улучшается, отделения ремонтируются. Как будет развиваться почтовая сеть Чувашии, обсудили во время рабочей встречи глава республики Михаил Игнатьев и директор макрорегиона «Волга-1» Почты России Сергей Орлов. Почта оставляет за собой большую социальную значимость. Ее услуги востребованы, особенно в сельской местности, где почтовое отделение – основное средство коммуникации. В новых микрорайонах, которые открываются, у нас строится, открываем отделение почты. Угу. И в сельской местности как бы благоустраивается сегодня. Почтовые отправления увеличились чуть ли в полтора раза. Люди, значит, доверяют, соответственно, отделению. Пенсионеры удовлетворены, почти 40% пенсии, потому что через почту еще доставляется. В ближайшее время будет возможность населения пользоваться, получать высокий сервис на дому. Мы вводим в эксплуатацию мобильные почтово-кассовые терминалы. Наши почтальоны смогут принимать коммунальные, оплату за коммунальные услуги. Наши почтальоны смогут предоставлять товары почтовые непосредственно и сервис дома. Сергей Орлов также уверил, что Почта России готова к горячему декабрьскому сезону и обязуется доставить все отправления качественно и своевременно.